прекрасный цветок петунии. Для того, чтобы жить, ей нужна вода. А вот эта же петуния через небольшой период времени. Что же произошло? Может, какое-то новомодное удобрение? Откроем секрет. В ту воду, которой поливали потом петунию, опускали на время вот такой предмет. Это ионизатор индиго, благодаря которому из любой используемой воды получается правильная ионизированная, антиоксидантная, живая. Только представьте, как среагирует организм человека на такую воду. Ведь мы более чем на 70% состоим из воды. Хотите увидеть? Смотрите. Так выглядит аура биополя среднестатистического человека социума. А вот так выглядит его же аура спустя короткий период времени после системного употребления живой воды индиго. Почувствуйте разницу. Пейте живую воду индиго.